вами Сурон в метро. Всем привет, с вами Сурон в метро, и мы находимся на станции Солнцево. Это третий выпуск о станциях метро. Вы больше всего голосов отдали именно этой станции, поэтому сегодня мы будем с вами ее обозревать. Станция Солнцево была открыта 30 августа 2018 года, и мы приезжали на ее открытие и даже сказали несколько слов о ней. И что здесь можно дополнить, скажете вы? Ну, естественно, то, что здесь неподалеку располагается платформа Солнечная, ну, как неподалеку, километр где-то идти. И это будет станция МЦД-4, которая пройдет от Апрелевки до Железнодорожного. Также изначально в проекте здесь рассказывали о том, что свет солнца будет отражаться среди множества линз и попадать на станцию, чему я изначально не верил, потому что если посмотреть те колонны, то можно увидеть светодиодные линии, и это, конечно, немножечко обманчик, к сожалению. Но здесь очень классные вот эти вот светящиеся штуки. Если вы достаточно высокий человек, вы можете сесть на эту штуку. Станция Солнцево, наверное, на вид является одной из самых светлых и белых станций в Москве. Здесь вы можете обратить внимание, что схема совсем иная, нежели на станциях Каховская и Авиамоторная. И здесь также помечена большая кольцевая линия, которая идет до станции Деловой Центр. А также здесь существует несколько различных записей слова «Солнцево». Например, на стене большими буквами написано «Солнцево», а там дальше, можно, как можно увидеть, надпись «Солнцево» дублируется более мелким шрифтом. Хотя насчет линз, похоже, нас не обманывали. В каких-то местах они все-таки есть. Также интересной мыслью, которую здесь реализовали, стало то, что обычное время показывается теперь в самом краю станции, а время, когда последний поезд уехал с этой станции, то есть «Солнцево», оно явно ближе. Также, с одной стороны, здесь очень красивый вестибюль с таким кольцом из света, что стало очень классной идеей. У станции Солнцево индивидуальный проект вестибюля. Он, это по сути такой треугольный домик, который мне напоминает лично кусочек сыра. Там много дырочек, в которые все вмонтированы стекла. Также здесь есть приятная очень особенность, когда летом ты сюда заходишь, такое ощущение есть, что там солнечные зайчики бегают по вестибюлю. Также, если мы немножечко зайдем внутрь вестибюля, да, снаружи тут огромная такая вывеска станции Солнцево, на задней стороне видно огромное стекло, через которое можно увидеть достопримечательности этого района. Ну и на этой печальной или высокой ноте мы заканчиваем наш обзор на станцию Солнцево. Всем спасибо за просмотр, с вами был Сурон Метро, подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки и так далее. Вот такой, это самое, спеши и сделай на заставку.